Выставка «Михаил Матусовский. Моя родина сделала меня поэтом» открылась в Академии. Созданная Российским национальным музеем музыки и привезенная в Луганск в рамках музейного проекта «Наши традиции», реализуемого Министерствами культуры России и Луганской Народной Республики, выставка теперь навсегда останется в нашем городе. На стендах редкие фотографии и рукописи поэта, сведения о важных этапах и событиях его жизни. Михаил Львович Матусовский для не только для нашей Академии, но и для всей Луганщины, да и для всего русского мира. Это, знаете, это вот такая соль земли. Его творчество, его стихи, они родные для нас, они наши. Потому что белые акации, которые цветут весной в Комброде, старый Луганск, вот это вот здание, в котором он бывал неоднократно. Это все наше родное, поэтому это наша атмосфера, это наша жизнь. И вот он умел проникать в самую суть, он умел затрагивать те нотки души русского человека, которые у нас идут с нами испокон веков. Это наша культурная идентичность, это наш культурный код. Ученый-секретарь Музея Победы, москвич Виктор Сенечкин признался, что узнал Луганск, о котором слышал в песнях на стихи Матусовского, когда приехал в наш город. Мне кажется, что вообще Луганск детства, он и создал часть современного культурного кода россиян. Потому что то, что он, как он вырос, воспитание, вот ваш особый дух, это все Матусовский привнес в свое творчество. Поэтому, когда мы слушаем его песни, конечно, у меня есть ощущение, что часть вот этого луганского характера, она в нем передается. Об этом же, а еще о том, что сам факт проведения выставки – это очередное свидетельство того, что у нас, Луганска и Москвы, ЛНР и России – одна история, одни традиции, говорил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров. А зрители, студенты и обычные луганчане о том, насколько символично для нас, что выставочный проект организован именно Музеем Победы. Она нам сейчас очень нужна.